per sforare ora di un settisce di risotto che disacci giorno da due marche 24 и ушел от нас 8 августа 2018 года в возрасте 64 года он ушел от нас. У него 3 сына, старший живет в Израиле, его зовут Олег Ариэль. Второй сын Андрей Арон, вот он здесь, Божьем и Нуака Уко. И третий Виталий, Иняни. Иляем Худо Рахмат Шункара Башахмада Рашуна, Милхотом Баганеги. Они из города Самарканда. Эмигрировали в Нью-Йорк в 2001 году. Первое время он работал, создал свою строительную компанию и занимался ремонтами домов и квартир. Работали у него очень много работников, и у него заболело сначала сердце. А потом у него была проблема с почками. Последний год жизни он был на диализе. Но всего он проработал приблизительно в Нью-Йорке 12 лет. Иляем Худора Матушенкара Баше, Джойшоу Магамеги Баше, Некибиоя Худора, Суали Нау, Факат Некибиоя, Туэйсам Ошошоу. Теперь Орошишана. Как я вам сказал, Руша Шана – это сотворение первого человека Адама. Это шестой день творения мира. Рассматривается все наши поступки, какие поступки мы делали в этом году, плохое, хорошее. И суд выносит справедливый приговор. А через 10 дней, это уже в Йом-Кипур, он утверждается. В Рош-ха-Шана вечером мы первый говорим кидушо. Кидуш. И мужчины 2 дня говорят шехьян. Вечером я имею в виду. А женщины, когда включают свечки, Йом-Тов, они шехьян не говорят. Затем моем руки после кидуш, говорим Алла Тля Диадаем. После этого мы говорим нотер на хлеб, берем 2 лепешки. Все простые дни мы берем 1 лепешку, как сегодня вот. Говорим бараха. А шаббат и праздники 2 лепешки. Макаем мы сначала в соль, потом в бьё. Всем ясно, да? Авал намак до мезарим, нога, бар мезарим, асал. После этого у нас есть у каждого, как наши отцы делали. Некоторые делали так. Сначала кушали все вот это вот, там, анор, сев, или финики и так далее. А потом мыли руки. Это сначала кидуш. Но внутри на мечта. А вот мехурен хама, меводомоя, кадру и так далее, вот свекла. Бат мештандас, мекуфтан, А здесь говорят, что как будто бы там делали неправильно, надо сначала помыть руки и сказать, что делать. Теперь
Но некоторые делают так, как делали их отцы. Союз, дедушки и так далее. Теперь есть один закон. Когда на столе все эти вот, например, финики, асал, сел и так далее, все, оно, карам, легло. Мы, но ты сказали, на них браха говорить не можем. Потому что они на столе. А как мы должны сказать браха на них? Один раз мы говорим, на финики. Мы откладываем на другой столик это все. Когда люди сказали, нам полосал хурдин, бат, за мной мы говорим, финики бьем. Финики, как принесли, берут в руки, вот так финики показывают и говорят, боре при аэц. Конечно, пул параха полностью, паруха то и так далее. Боре при аэц сказали, потом читают Иерусалим, Милафан, Эха и так далее. Там есть книга на русском и на иврите есть, в книге Килюш. У кого есть, у всех есть эти книги. Как сказали Хоэс, Сев Баасав уже Хоэс не говорил. И так далее. Там Анор, другие, Мо уже Хоэс, Дегенамин.